Друзья, думаю, многие из вас слышали об отмене Инта 2020, самого сильного турнира в плане эмоций и зрелищности, единственный турнир, который смотрят все, даже моя кошка. Шейкер! О мой бог! Ай-яй-яй-яй-яй, что сейчас произошло? Но не стоит печалиться, давайте лучше вместе вспомним 9 предыдущих International вместе с Tasty Drop. Ребята завезли 9 кейсов в честь каждого из интов и добавили задания, выполняя которые можно получить Tasty Coins и халявные кейсы. А с апгрейдами переплавь весь трэш в годные шмотки. Переходи по ссылке в описании, юзай мой промокод и получай плюс 15% к пополнению баланса. И бесплатный кейс до 1000 рублей. Ну что, здорово, народ, давненько мы не играли в соло. А, как в режим, так и в принципе, чтобы мы находились в соло без кого-либо. Сейчас попробуем с вами собрать имбу. И тут перед нами вопросик довольно интересный по статам Террорблейд, либо ловушка Бристалбека. Давайте, наверное, все-таки пойдем в Террорблейда, потому что 10 брони на первом уровне все-таки не у каждого есть. Не у каждого есть героя. Так, скрывать статус, не принимать, общая история. Где-то тут... О, давно хотел эту штуку включить. Недавно Вася мне подсказал. Итак, что у нас тут идет? Сразу же нам предлагают к нам 60 брони, еще и булварк сверху взять. Ну, предлагают, бери. А вот тут я немного озадачен. Режим 5 на 5 говно. Не скажу. Довольно веселый и интересный режим. Мне зашел. Там, конечно, есть много над чем поработать. Там абсолютно нет никакой камбэк-системы. В том плане, что... Если здесь вы там можете проигрывать всю игру, сосать, потом сделать одну удачную ставочку и заработать 12 тысяч голды. А там такого нет. Там, если вы сосете, вы будете сосать до конца. Я до сих пор не могу определиться, что я хочу видеть в этой игре. Давайте поставим на сайленсера. Чуть-чуть. Чуть-чуть все деньги наши. Блин, ну вот это хороший... Во-первых, я буду рейнджевиком. Во-вторых, пум-пум-пум. Могу дефать сильных крипов. В перспективе. Но здесь у нас минус арморчик. Ну давайте возьму. Черт с ним. Слушайте, ну если мне еще под вот это дело выпадет Бэджуджу, то ну и крипов не проблема дефать, и с героями мы сможем пообщаться. Хотя у нас тут пассивка Рубика. А что мне может помочь пассивка Рубика сделать? А ровным счетом ничего. Давайте 400 монеток поставим на лича, потому что там... там один ливнувший. Но лич будет играть не с ливнувшим, твою мышь. Давайте, в поисках Бэджуджу. Придет Бэджуджа, будет нам счастье в этой жизни. Возьмем на единичку Булварк, чтобы нас еще меньше пробивали. Но тут я, по всей видимости, погорячился. Не увидел, в какого Чауса я ставлю. А че он не стакает на нем? Вот ты смотрите, а у нас сейчас есть неплохой шанс выиграть джекпот, если он не будет его бить с руки, хотя... Хотя молодец. Супер. Мы неплохо поднялись. Поверил, поверил в парня. Молодцом. Такое начало меня устраивает. Угу. Ну так, чуть-чуть. Воткнем. Подождите, а у него ж... А, это гель висит на нем. Я думал, как на нем висит яд, если у веника нету яда. Чисто такие два токсика встретились, а типичные игроки в Dota 2. А взять прикольнуться мне и стартануть с... Аганимчика. Мне кажется, это будет ошибка, но я прям очень верю, что мне придет...
этот... Вы поняли, что. Что мне придет Беджуджа. Давайте, наверное, опустимся на землю. Вот не знаю, прям чувство такое есть. Либо не придет. Но я думаю, тут Сандер, скорее всего, лучше взять. Чтоб, если вдруг что-то пойдет не так, можно было быстро свапнуться. И, ну, братан, ты силен. Ой-ой-ой, пчи-пчи эти. Вот, кстати, интересно. А я с Arctic Burn'ом должен покупать БФ или должен покупать дробовик? Типа так ж не пишется здесь. Дальность атаки. Нормальная дальность атаки, кстати. Отлично просто. Так, кто выиграл? Леон выиграл. Здесь. Здесь Сава выиграет. Я надеюсь. Вот прям мега интересный вопрос. Дружище, ты лучше не за другими следи, а... Хотя у него, в принципе, все нормально. Крипофон дефает долго. Ух ты, а по мне не задело. Тут и один, и второй друг друга не пробьют просто. Просто ноль пробитий. Хотя тут, смотрите. Блин, один крутится, а второй топорами нормально так. Ой, он не попал топорами. А как он не попал? Не в того поставил. Но зато там ЦК нормально так просядет сейчас, который так просевший. И неплохо так поднимется Сава. Вот это на самом деле проблема. Там парень рашит аганимчик. Так, Беджуджи не пришла, но зато есть маркманшип. Но теперь определенно я буду собирать БФ, потому что... А хотя опять-таки БФ. Будет ли работать БФ? Интересно. Так, говорят, ты сосешь неплохо, да? И вардик возьму. С башами уже, парень. Угу, давай соси. Продолжает сосать. А там какой кулдаун вообще на этот скилл? А, 7 секунд, понял, здрасте. О, кстати, вот сейчас вот мы посмотрим. Становлюсь я ли рейнджевиком? Видите, на меня не действует. Сейчас подумаю, в кого тут поставить. Ну, вообще супер непонятно. На меня не действует ульта дровки, потому что я не рейнджевик. Нажимаю кнопочку, и я все же остаюсь милишником. Теперь понятно. Теперь все ясно, как это работает. Ой, я сейчас денег подниму, 33 поставил, сколько забрал, интересно. 500 забрал, неплохо. Вот мы определились. Значит, нам нужен БФ. Дефать крипов мы будем долго. Так, ну здесь сорянчик. Слишком больно будет вам, молодой человек. 16% уклонения, это по-нашему. Но с такими скиллами он, кстати, очень много проблем может в перспективе доставлять людям.
Особенно тем, у кого много пассивок. Например, мне. Обратку покупать. Не уходи, братан. Просто одним скиллом зарешал все проблемы. Тут сало надо, сорянчик. Угу. Парень сосет, парень бьет. Давайте чуть-чуть на тебя поставим. Так, ульту дровки я не вижу смысла качать, потому что она мне, в принципе, ничего не дает. О, вот это замечательный предметик, особенно для террорбоида. Насосал, да? Абсолютно в дырочку. Что тут у нас? Юный призыватель против подсосунчика. Ну давай, призыватель, в тебя верим. Так, вот это продать. Это больно, господи, зачем так делать? А ты не хочешь отойти от него там... А, там две ульты, окей. Он просто стоит, морды уперся в него. Зачем кинуть гели и как-то пытаться мансовать? Буду размениваться лицом. Хорош, спасибо парню, поднял нетворс. А, с контроля нету. Там парни увидели, насколько опасный этот... 25. Давайте не будем пока упарываться в скорость фарма, а поговорим о нашей скорости атаки. Ой, о нашей живучести. Митрил Хаммер. Блин, там сейчас у нас сало сразу прилетит. Можно, пожалуйста, с лужи выйду? Вот если бы не петучи, мы, в принципе... А, ну мы выигрываем, отлично. Такой расклад меня устраивает. Вот если бы еще сейчас все поставили на него, а не на меня, я бы получил неплохой такой бонус в виде джекпота. Было бы вообще шикарно. Так, парень решил проигнорировать офигенно два усиливающих скилла его от Аганима и пойти в Скайстав. Понял, принял. Действительно, зачем мне с топорами Аганим? Ну, были бы топоры, выиграл. Надо будет Сандер заменить. Меня вообще не интересует этот скилл. Он как бы хорош, но меня не интересует. О, Сава ливнул. Наигрался парень. Так, давайте возьмем БФ. Посмотрим, как он шикарно... А, надо было ставочку сначала сделать. Блин. Ладно, БФ так БФ. Та ты что, все, деф крипов для меня вообще не проблема. Смотрите, он даже ульту в него не проживает. Ну, не в него, а в себя, в смысле. Ну и в чем прикол? Что, ты спалить его хочешь? А, он тычкой его дал. Ладно. Как говорится, увидимся, когда у меня будет арчит или нулик. Или то и другое.
По думам, говорят, особо не сосется. Поэтому посмотрим, как сейчас он. О. Угадал. 8 ко всем атрибутам. Ну что вот это вообще за талант на террорблейда на 20 уровне? 8 ко всем атрибутам. А, у ЦК плюс 5 на 10 уровне. А тут плюс 8 на 20. Гениально. О, аганим не собрал. Просто здрасте, просто как дела. Не, я, кстати, его могу не убить. Он такой довольно плотный будет под реактив армором. И знаете, что мы попробуем сейчас сделать? Во-первых, мы сделаем вот так. Во-вторых, мы сделаем вот так. Не-не. Там слишком плотно все. Ну, посмотрим, как вы будете дефать крипов. Хотя ты будешь с топорами. А, уже с аганимом. Молодец. Тут молодец и не поспоришь. А здесь я сомневаюсь, конечно. В господине Нацика. Не пришла бы Джужа, надо Сандер заменить, но чтобы Сандер заменить, нужны итемы. А как ты его так? То есть ты просто решил с Булварком и с Крегами побегать от него. Удачи в личной жизни. Так, ну здесь даже не обсуждается. Леону, кстати, еще вот эту сосалку, он там вообще вот такие уроны вносил. Да, у него периодически урон только от задува Гирича. В книжке парень пошел. Насосал. Либо не дососал. Тут же парень странный, собирается в руку, а по итогу стоит сосет. Хотя, в принципе, он мог его бить, постоянно просто с руки бить, и, возможно, он бы держал бы его в баше и не давал наносить урон. Но он решил пососать. Удачи. Так, парень с топорами сильный. А, там же Дум. Там же Дум. Ну, этот плотный такой довольно, вроде. Ай. Что ж за привычка стоять, драться в луже? Так, ну все, топоры, топоры. Во, хорош. Ой, сейчас денег поднимем. Красота. Не, ну в чем прикол стоять и драться в луже? Так, ну что, Булварк на Булварк. Кстати, взял Булварк, и все начали пикать магические скиллы. Гениально. Парень абсолютно не знает, как работает замечательный скилл Креги, у которого есть небольшой радиус. Думает, почему он не башится? Или ему пофиг просто? О, решил подойти, да? Ты меня услышал, что ли? Чё ты ко мне подходишь, алё? Всего хорошего. Так, минус 32 секунды перезарядки Сандера. Кстати, был бы у меня метаморфоза? Был бы вообще шикарно. Ну так, чисто по дуэль. Как думаете, додумается он сейчас его бить с руки? Mm.
Не помогает. Блин, ну нужен арчит. Нужен арчит на этого парня. И арчит, и БКБ, и все на свете. Господи, какой же ты противный, Леон. Можно, конечно, начать с замены Сандера. Вдруг что-то выпадет такое интересное. Типа BGG. Там на самом деле один раз кинуть успеть топоры и... Сифон. И парню становится сразу грустно. Ну, хотя пульту прожимать успевает. Ой, и в уже не стоит. Какой молодец. Ай-яй-яй, замедление, смотрите, стопит. Так, у меня тут внезапно закончилось место на жестком диске. Я надеюсь, предыдущая часть игры сохранилась. Так что, там, кстати, победил, если что, тот, на кого мы ставили. Парень с сифонами и с топорами. Так, это он сейчас типа настакает. А гост кинешь в него? Че ты гост в него не кинешь? Ну да, гост надо кидать, когда уже перестал парень гореть. Хорош. Просто хорош. Так, а здесь против молодого надо взять бабочку. Пусть... А, бабочка не поможет, говорят. Ладно, тогда возьмем МКБ. Потому что нам по нему точно нужно попадать. А у него сраные баши. Чё-то парень. А чё так быстро? 1700 хп, понял. Без сатаника играет, зато с керасой. Леон, кстати, если себе что-то не нароляет, мне кажется, он со временем будет очень страдать. Хотя обратка плюс вот эта ульта очень интересные дела, говорят, делает. Ну, тут вообще без разговоров. Просто парень делает по нему одну тычку, и все, ДК бесполезный. У него просто 4 пассивки выключаются с такими итемами. Как-то вот так вот бубить. Слушайте, а у ребят по 11 тысяч хп там уже неплохо так жмыхает. Что мне там выпало? Спайдервекс. Хороший предмет. Я его возьму и даже продавать не буду. Он мне очень понадобится на каких-нибудь токсинах, на фростбайтонах и так далее. Погнали дальше, ребят. Очень приятно дефать с такими скиллами. Прям вообще максимально. Да, давай, удачи. Надо бы бабочку одну взять. Мне, кстати, в принципе, уже нет смысла собирать рапиру. Потому что основной урон влетает именно как раз-таки с Arctic Burn по крипам. У них там уже, ну, такой нормальный урон. Ух ты, я на последнем месте. Чайник Сандер. Класс. Просто то, что доктор прописал. Thank you.
Не попал. А, видишь меня, да? Привет. Ах, чуть-чуть куда он не отошел. А ты что, вар там тыкнуть, что ли, успел или что? Тимбер спайдеры. Почему мне книжку дало? Я на последнем месте был. Капец. Просто был на последнем месте. Так вот, здесь уже Arctic Burn, смотрите. Ну, 7500 хп у них, в принципе, а 4-25%. Там неплохо так жмыхает. Он, кстати, фростбайты, на которых я благополучно пропускаю. Так, а там парень, по идее, без... Ну да, он без этих... Сейчас мы его жмыхнем немного. Не сосешь. Закидал меня парень. Слушайте, а не зря этот зарлял. Замечательный скилл. Мне нравится, что я фростбайтенов скипнул. И я, наверное, возьму-ка бабочку себе чисто для миссов. Надо вот этот гост-волк уже заменить. Потому что парни два раза на одну и ту же хрень, мне кажется, не поведутся. Кстати, возможно, было бы у меня чуть-чуть больше урона по ЦК, я бы его и убил за действие Арчина. Можно, кстати, собрать Блаторн. Там и кулдаун поменьше будет, и криты еще будут вылетать. С моим уроном это очень даже неплохо. От Блаторна же вылетают криты. Да, 130%. Немного, но все же. Так, а вот тут уже интересно. Жмыхнет ли он его или нет? Мне кажется, не жмыхнет. Ну, ЦК такой... Озадаченный немного. Не знаю, как помягче так сказать. Да, Arctic Burn вообще шикарно пробивает крипов. А что у нас остался? ДК еще, кстати, живет. Ну, у ДК он долго жить, в принципе, с такими скиллами должен. Если бы он еще с обраткой был, он бы жил бы еще дольше. Но, увы и ах. Так, ну мне тогда, получается, надо собираться против этих двух ребят. Одному нельзя себя дать ударить. О, кстати, ли он без одного Егиса? А второму нельзя нажать кнопочки. И как это сделать? Правильно, контроль. Не, с крипами вообще никаких проблем нету. Абсолютно. Причем, если не ошибаюсь, вот эти вот фиолетовые маленькие цифры, это вылетает от Monkey Kick Bar. Потому что Arctic Burn, ну, очень много урона вносит. Так, а так сколько у нас? 400 бега, да? Сколько она мне дает? 200 хп? Ладно, в жопу яблочко. Так. Что ты у нас умеешь?
Да, нормально так ему сжигает. Боком валит парень, просто валит боком. Давай, вали. Ганимчик бы съесть, да еще одну бабочку. И вот этот Ghost Walk заменить, потому что... Хотя Леон, смотрите, Леон без Вижена. Да, смотрите, крипы просто рассыпаются. Вот, я их даже не бью. Arctic Burn с Маркманшипом это трэш какой-то. Еще и сверху БФом присыпано. Мне кажется, можно сейчас будет попробовать в следующий раз без БФа подраться. Может, он мне вообще нафиг уже не нужен. Вот Леон противный, против него нужен и БКБ, и этот нулик, потому что он может как в тебя дать Этериал, так и себя засейвить Этериалу. Неприкольно. Так, ну это мы уже видели. Одна надежда, чтобы этот Леон уже отвалился от крипов и счастья в личной жизни. Там просто какая-нибудь одна маленькая ошибочка. Ему будет грустно. Кстати, хотел выложить БФ. Посмотреть, как будет. Ну, похоже. Нет, БФ все-таки нужен. Ай, не гори. Я же все равно горю, что ли? Так, ну там главная стабильность. Ладно, не будем менять БФ. Пусть пока висит. Вот, блин. Что мне тут нужно? Inferno Blade? Да нет, в принципе. Просто какой-нибудь хороший контроль, который мне еще и поможет дефать крипов. То есть законтролить Леона. Так, пожалуй, плюс бабочка. Так, а кто у нас там? О, мистер пассивочник закончился. Это уже интересно. Смотрите, опять ни один, ни второй не покупает себе Vision. Здесь купит сейчас получается, да? Да, с интриками. Я без БКБ могу очень проблемки иметь с ним. Ага, себя все-таки кину, да? Теперь сюда идем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, обраточка. Больно. Больно в обраточку бить. Титаник зря потратил. Так, ну что, остался нули тогда на молодого, и все. Он проблем нам вообще никаких не доставляет. Мы его забираем за один арчит. Главное, чтобы он теперь в меня не кинул. Либо пусть его загрызут крипы. Меня оба варианта устроят. Потому что с вот этим у нас вообще никаких проблем нету. Ну вот этот деф крипов мне прям очень нравится. Ну это мега слабые крипы, с ним вообще никаких проблем не должно быть. Так, меня со всеми по очереди, короче, кидай, да? Хорошо.
Арчит. Зачем тебе арчит на меня? Братан. Угу. А, ты типа меня видишь? Так, а вот эта проблемка уже. Жмыхнули, парня. Так, блин, нулик собрать или рельнуть скилл? Не, нам надо нулик, потому что если меня еще раз кинет с Леоном, я потеряю... Ух, ёпта, он еще палец себе наргал. Я потеряю Аегис. А сколько он стоит? 4200. То есть мне надо 7700, чтобы... 7700, чтобы купить нолик и оральнуть скилл. Отлично, отлично. Мне нравится, что не меня кидает на дуэль, но мне не нравится, что там фростбитены. А у меня всего один Аегис. Ладно, мансуем. Та-та-та-та-та-та-та. Угу, так, парни. Плюс бабки. Скажи, что мне хватит и на то, и на другое. Отлично, книжка есть. Так, заменить. Кстати, очень даже неплохо. Очень даже кстати будет. Он, конечно, ультой жмыхнет и всех сотрет. Но как минимум введем в заблуждение. Можно еще взять вместо МКБ диффуза. Даже вместо Блэйдмейла диффуза. Так, ну давай попробуем. Вот так. Так. А, не хватает, да? Ну ладно. Не. Не хватило, чуть-чуть не хватило. Были бы диффуза, выжег бы. Ладно, надо сопли менять, может вместо соплей что-то интересное придет. Контроля не хватает на него. Дико не хватает, последний шанс сейчас будет. Не хочу отдавать этому Леону игру, просто не хочу. У него типа овер классно все с самого начала, он ну, ни одного скилла не заменил. Так не должно быть. Дали бы уже каких-нибудь там сильных крипов. А ведь я ее даже не юзаю. Так. Положить в тайник. Книжку. Сопли. Вот это под иллюзией будет овер сильно, но это не контроль. Дай черт с ним. Угу.
А, мы вот так ренджевиками, кстати, становимся. Урона сразу сколько. Вот это я сейчас не прогадал. Так, может, Булварк заменить? Крипов я вроде дефу и без Булварка. Давайте заменим, может, все-таки придет что-то интересное. Пассивка Хускара. Говорят, она... О, понятно. Походу, изи топ-1. Еще и Рошан. Слушайте, а Рошана мы дефаем? Ладно, давайте на всякий случай. Не по таймингам дал. Но он дефает на изи, типа. Ну, в принципе, и мы тоже. Так, метаморфозм. Он год себе не купит. По идее, не должен. Да, братан, для тебя тут без вариков, сорян. Так, яйцо феникса. Блин, нам на самом деле бы взять гарпий. World time. Все, парень наигрался. Изи топ-1, ребят. 41-41 было. А вот, собственно, и все. Террор Блейд не прощает. Не, сильно-сильно получилось. Мне очень нравится комбинация на милишниках ульта дровки с БФом. Даже как-то поярче смотрится, наверное, чем с дробовиком. Хотя тут еще поспорить надо. Но в любом случае, я надеюсь, вам понравится этот контентик. Вы поддержите его лайкусиком и канал подпиской. Увидимся в новом видосе, который выйдет совсем скоро. Всем пока-пока. Всего за 19 рублей вам может выпасть игра стоимостью до 700 рублей. ImbaShop — официальный магазин игр. Ссылка на него в описании. We'll be right back.